Вот это вот. Ну, микрофон уже нужно ставить. Вот это твой паспорт, на этот велосипед, понимаешь? Красный, классный, красивый, да? Вот и все, розовый, розовый. Ну, прочитай, что там написано. Спроси у тебя, сколько гарантии? Сколько гарантии? Полгода, поняла? На заводские браки. Это не значит, что можно там это, в горы спускаться там, поняла? Дочка, аккуратнее. В дальнейшем вы там сами уже там подрегулируете фонарик. Так, сюда же все эти вещи, как мы называем, велосипед, ну, на бутылочку повесить, там это какой-то. Ну, бутылку бардачок. Это народ. Нет, да, там черный. А как бабушки? А корзины красной нет? Корзина. Корзина вперед. Корзина. А, вот, вверху, да? Не-не-не. А, пластмассовые, да? То есть они... Ага. Ну не пойдет розовая. Ну, амортизатор, я думаю, надо подвешивать. А бывают красные? Сейчас на да. Ну, такие привезут, конечно, в разном плане. Ага. Ну, красные. О, наконец, в принципе, можно ездить. Сейчас. Такие колокольчики. Ну, колокольчик у нас есть, звоночек. Корзина нам нужна. Пап, ну нам нужна корзина, ты знаешь? Да, корзина есть. Красная нужна. Ну, вот такая вот нам нужна. Серафима, да? Ну что? Ну что, поехали на эту машину. Я говорю, мы сейчас на машине. Тебе нормально сейчас это по высоте? По высоте. Сидушка нормальная, типа высоте? Или тебе, может, пониже чуть-чуть? Ну, ну проедь. Все нормально. А дальше магазин, дочка. Короче, мы сейчас на машине, а она за нами едет.